Всем привет, с вами Декстер, я играю в игру Bakugan Defenders of the Core. Я, пожалуй, сейчас поменяю костюмчик свой. Это восьмое прохождение уже. В прошлом мы следовали за тёлкой Вексис. Ну, я не помню, как там их зовут уже. Как-то. Я не помню, короче. Не важно. Ой, блин. Из-за говори мне очень сейчас пальцы болят немного, потому что я пошел тут с морозы, и они меня немного подморозились. Типа этого и выглядит сейчас вообще не супер. Ну хорошо, хоть нажимать-то нажимаю. Ну, в принципе, нормально. Я просто не хочу сейчас, чтобы однотипный цвет. Вот, все нормально. В принципе, такой, скажем так, свободный костюмчик. Я, правда, не понимаю, как это понять. Find Mirror. Begin Mission. Опа. Мы что, сразу сражаться будем? О, man! Do you guys ever give up? Let Mira and Wilda go! Shadow! I'll brawl you for them! You're challenging me? Revenge is gonna be so sweet! Я не понял, к чему он высунул язык. Я понял. Отпусти Миру, отпусти Миру! Я буду тебя лобать! Ты получишь, скотина какая. Так, у нас Саптера и Даркус. Мне, честно говоря, немного плевать. Хотя, просто, как бы, Драго против... силен против этих же Даркуса. А кто там у нас... А, Немус силен против Саптера. Each Bakugan has different ability cards. I should try them out and decide which one fits my ball. I can use core energy I've collected to upgrade my Bakugan's ability. Я что, я... Потому что я им не играл пока, так что я сейчас им попробую. Так. It's important to choose a hologram that's strong against my opponent's attributes. Значит, против вот. И... да. Левел 1? Как это понимать? То есть есть левел 2, наверное? Или там 3, 4, не знаю. Я не буду смотреть, что я уже задолбался. А кто из Саптера? Я не буду туда, но я не Саптера. О, Вилда. Вилда! Ё-моё, нифига у него жизнь. Ну хотя да, по его размеру, блин. По его размерам тела, конечно. Я ночу его. Я, конечно, понимаю все, но я, кажется, с чем-то... Мне кажется, это уже с Персивелем проделал. То же самое, блин. А, нет, не с Персивелем, а с Бронтосом. Вот этим, который белый. Ладно? The more you attack your enemies, что у меня так мало жизни, ты чувак, полегче. Try pressing block just as you're getting hit to do a combo breaker. Ты что за фигня? Ты что? Я умираю. No big deal. А, не пополняется, но... Давай, блин. Отлично, отлично. Супер, супер. Окей. Первая попытка прошла неудачно.
If I choose a Bakugan that's strong against my opponent's... Это я знаю, я решил попробовать это говорить. Я драка сам прокачан. Но драка должен победить. Ничего не знаю, вот он должен. У него драгоноид. Хоть это практически ничего не значит. Так, я опять беру. Да, Сатурн. Потому что он там рядом находится. Хотя разумнее могу было ставить на вторую, так как раз Вилде пришлось бы далеко переться. Это, ну как, дало бы мне время какое-то. Да, знаю я, что надо нажимать блок. Чуть я забыл про... Честно говоря, он серьезно, довольно массивный, блин. И как Бакуган, я думаю, он будет крутым. Пока, честно говоря, я увидел только один. Конечно, может быть, было бы разумным переключиться на кристалл и замочить его, но... Ё-моё, ничего не тебя сейчас. Ладно. Какого чёрта? Чё с Аптера-то? Алло. А, ну он, наверное, взял свои эту карту. Блин. Он свои стихии, скажем так, убил. Ну да. Не, да блин, чувак, нет, у тебя вообще голубушка. Что ты думаешь, ты снимаешь, алло? Не беспокойся, чувак, не заполучится. Вот сейчас это все. Уху, а торнадо его нормально сшибают. Ну, убери щит. Даркус, какого черта? Кристалл заработал. Быстро мочим. Да, все. О! Опа, еще один. Отлично. Сейчас торнадо мне выпадет. Без меня все сделает. Так, ну алло! Я знаю. Что там делать? Ну серьезно? Финальная встреча. Вы готовы? Боже. Я сейчас говорю. Их три. Если ты в где используешь? Да знаю. Черт. У него три головы, еще пушки на животе. Черт побери. Да знаю я. Уже знаю. А, Фейкс. Это Бакуган делает Фейкс. Да, в принципе, понять название можно. У него три головы, черт побери. Блин. Так мало времени. О, это снимать гораздо больше. Что? Да, кстати, вот эта пушка его, скажем так, тоже довольно-таки много снимает. Черт!
Ну, чуть-чуть осталось, все. Мы победили. Остался только это. Блин, я забыл, не надо ломать здание. Черт, аж ноги загорелись. Еще это упадет. Виктор, ю-ху! Такс. Да, неужели? Я думал, у меня будет S. Да, блин. Ну, это нечестно. У меня пальцы болят. Why does he keep winning? Everyone. Are you okay? I'm fine. What a relief. We were worried sick about you. yeah. Pull yourself together, Baron. I'm glad she's okay. Да, я тоже. Хотя я не знаю. Как-то не очень близко. That should do it. The IC chip is installed. Что за установлено? А, корабль какой-то. I... What are you guys gonna do once I leave? None of you can brawl. We'll find a way to destroy the crystals. Your folks are probably worried sick. А, типа, я ухожу? Ну нет, это не может быть концом игры. Идите нафиг. What's wrong? Turn it off. I'm not going anywhere. Thanks, man. You're all right. Abyss. Your actions have proven that you truly desire to save us. I will bestow some of my remaining power upon one of your Bakugan. Я, честно говоря, не знаю. А время там остановилось? А, нет, видать, не остановилось. Ладно. Ух ты! Обновление Бакугана или как там? Опа! Это точно! Интересно, она обновление себе сделает или кто-то подарит? Drago, this is off the chain. I guess you're not crazy after all. Guys, something big is going on in China. Multiple earthquakes and volcanic eruptions. Вы серьезно? Мы из Чайны только приехали практически. Чайник. Ой. Our crystals are being destroyed, and you do nothing to stop it. Ну, хотя понятно. These petty interruptions by the resistance will not continue. No, Spectra. I grow tired of siphoning this planet's energy little by little. We must reach the Earth's core and harness its power directly. У одного, блин, розовые волосы, у этого голубые, другого бирюзовые. Что у них там происходит? Он старик единственный. Не, конечно, не только он. Там может еще добавил, потому что у него в конце концов рыжие волосы. Sorry, my king. But I'd rather take that power for myself. Та-да! А, то есть он не подчиняется самому королю? Кинг? Странно. Йоу, круто, у нас есть крутой Бакуган. Ну, эти новые, как его там. О, вот кросс-драгондоид. Теперь у нас обновление драгон. Огненная защита. I found a Bakugan trap, but I think it's special. А, вот, еще одна эта штука. Отлично, отлично. Ну что, хорошо, в принципе. Идет сходить. Да, все. А, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Мегадекстер. Всем удачи, всем пока.